Основатель центристского движения «На марш» Эммануэль Макрон одержал убедительную победу на президентских выборах во Франции. По данным МВД, за политика проголосовали чуть больше 66% избирателей. Это 27 миллионов французов. А его соперница, лидер Национального фронта Марин Ле Пен, получила почти 34% голосов. Общая явка во втором туре составила около 75%. После появления первых итогов голосования Макрон заявил, что перед его движением стоит задача коренным образом обновить политическую жизнь Франции. Свою победу он отпраздновал на площади перед Лувром в самом центре Парижа. По разным оценкам, поддержать победителя президентской гонки пришли около 40 тысяч человек. Добавлю, выборы в Национальное собрание, Нижнюю палату парламента пройдут уже через месяц.